Друзья, послушайте стихотворение, посвященное гениальному ученому Петру Петровичу Горяеву. Его матрицы стали популярными в интернете и крутятся днями и ночами. Люди слушают и исцеляются. А в Википедии написано: Петр Петрович Горяев, российский деятель псевдонауки, создатель псевдонаучной концепции волнового генома, кандидат биологических наук. На самом деле Петр Петрович Горяев гениальный ученый, и сейчас его матрицы исцеляют миллионы людей бесплатно, и потому его теория псевдонаучна. Я посвятил ему стихотворение. Горяеву я песнь пою, читает автор Самуил Фрумович. Горяеву я песнь пою, его царь матрицы великой, что возрождает наяву сердца, дыхание, жизни, блики. Уже казалось камень я, уже последняя надежда сгорела, кортизол губя не пощадил, стресс дьявол вечный. Но тут царь-матрица пришла, и дьявол, потеряв вдруг силы, дыхание сердца обрело, серотонин теперь на сцене, и счастье улыбнулось мне, и радость мира украшения. Царь-матрица теперь во мне, Горяеву мое почтение. Кортизол – это гормон стресса, серотонин – гормон счастья. Звуковые матрицы Горяева – это специальные программы, оказывающие оздоравливающее воздействие на все живые организмы, от микроорганизмов, растений, животных и до человека. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович.